я представлю. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из города Азова. Играю вместе. Меня зовут Наталья, город Нижний Новгород. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Да. Чем же у вас вопрос? У нас возникла спорная ситуация. Мы играем первый раз. Вот, и у нас такой вопрос. Скажите, кто должен забрать все-таки камни? Если ход мой, я могу поставить камни сюда. Соответственно, забираю два камня Наташи. Так, это правильно, это полностью, сразу говорю, это правильно, это полностью соответствует правилам ГО. Так, в чем вопрос? Но при этом Наташа сказала, что я неправильно поступаю, ставя камень сюда, так. Что она, соответственно, может забрать мой, потому что у меня закрывается да. Третий. Смотрите, Наташа права, поставить сюда камень нельзя. Но вы тоже правы, поставить сюда камень и снять два камня можно. В данном случае постановка сюда камня черного невозможна, потому что нет дыхания. Но ход по постановке своего камня и снятию камней противника возможен, и он правильный. Потому что у камня сразу появляется дыхание. Согласны с этим, Наталья? Да, согласна. Оставайтесь с нами здесь, на мастер-классе по началам игры ГО.